Всем привет! Сегодня наконец-то на рыбалку собрались. Погода пока вроде более-менее нормальная, ветерок погуливает, но я надеюсь, что на водоеме не очень сильная волна будет. Вот. Так что приедем на водоем. Нам ехать где-то минут, наверное, 45. И там уже, наверное, включимся. Короче, мы отъехали уже километров 10 от дома. И забыли документы на машину, права, короче, все талмуды, которые будут необходимы, если остановят гаишник. Вот возвращаемся теперь назад. Хоть я в приметы и не верю, но, как говорят, если ворачиваешься назад, то рыбалки не видать. Будем проверять. Правда это или нет? Все, потом... А? Собирать? Сейчас все будем собирать. Короче, на такой пруд приехали. Здоровый. Второй раз тут. Качаем лодку. Короче, я сегодня даже во время рыбалки не включался ни разу. Был вообще сумасшедший ветер. То есть звука не получилось бы никакого. Вот, да и клёва вообще никакого не было. Вот мы приехали на водоем 8 где-то часов. Вот. А сейчас без 24. Короче, оплавали весь этот пруд. Тут я не знаю. Ну, он большой, я скажу. И ни одной поклевки не увидели. Чё только не пробовали. И воблеры, и блесна, и джиг. Короче, и вообще даже не поклевочки. В чем дело, не знаю. Были рыбаки, ну тоже чуть позже нас приехали, но у них тоже, короче, глухо. Я спросил, говорю, как дела, они говорят, вообще тоже ни тычка. Вот, но они что-то час-полтора, и я гляжу, уехали. Вот. В общем, вот такая вот рыбалка получилась, а вернее не получилась она вообще никак. Вот, честно говоря, обидно, досадно, ну ладно, как говорится. Ну ничего. Время провели на природе. А сейчас ветер стих, как назло, вообще вот. Ну так рябь меленькая есть вон на воде. А так вообще тишина сейчас. Вот только нормальная погода наладилась. Так что как-то вот так. Съездили, а зря, как говорится. В общем, хочу рассказать о некоторых минусах той лодки, которую вот я недавно приобрел. Вот. Это вот эти уключены, ну, куда весла ставятся. Их или надо было производителю приклеить чуть дальше, или вот это крепление сидений дальше двинуть. Ну, скорее всего, вот это надо было. Уключено, в общем, надо было приклеить чуть друг, ну, подальше от этого сиденья. Потому что когда садишься на седло и на веслах, неудобно гребсти. Слишком это все близко. Вот. Вот это, так сказать, вот на первых порах я выявил вот такой минус. Рым держит мой, ну, по крайней мере, якорь нормально, все защемляет, то есть это все меня устраивает. Вот. Ну а так, по большому счету, пока минусов я больше не нашел. Вот. Ну и сразу скажу, что нужно коврик на дно в любом случае, хоть слань, хоть НДНД, коврик все равно будет практичнее и меньше будет пачкаться и дно. И вот там щели под баллон, между баллоном и полом, получается. Туда будет меньше всякая грязь, короче, залетать. Вот. Ну, а, соответственно, про это я уже сказал. Вот это надо было переклеить вот сюда, поближе. А уключенный надо приклеить подальше. Ну, это я со временем, возможно, переделаю. Просто к следующему году, наверное, переклею. Вот, если заморочусь. А если мотор приобрету, то, в принципе, и фиг с ней. Так что, как бы, как-то вот так.
Так в целом по лодке пока меня все устраивает. Как для двоих вариант неплохой. Втроем уже будет тесно, однозначно. Вот. Вперед выдвигаешь. О, вот начинали вот уезжать. А серый у нас, короче, от нуля ушел. Серый, молодец. Опять вот резинка с AliExpress рулит. Ладно, всем пока. Не знаю даже. Ну, видос выложу, так как отчет с рыбалки. Хоть и бестолковый, но все равно. Все, всем пока. Ни хвоста, ни чешуи.